Недавно посетил Чечню, я из Москвы, не знал, что нельзя ходить в шортах. Никто не предупредил, в итоге еле ноги унес. В центре Грозного агрессия, неприятная ситуация. Прокомментируй, пожалуйста. Да, есть такая тема, у нас не принято ходить в шортах, но агрессия, это, конечно, тоже неправильно. Надо было просто тебе объяснить, я не знаю, подвести тебя, дать тебе одеться нормально. Агрессировать это, конечно, неправильно. Что? В Чечне нельзя ходить в шортах? Вопрос, почему? Человек приехал не в гости к кому-то, а он приехал к себе домой. Вот я из Тюмени могу приехать в Грозный, это мой дом. Почему? Потому что Чечня это есть Россия. А у нас в России нормально ходить в шортах. Я же ничего не говорю тем ребятам, которые приезжают сюда из Чечни и танцуют здесь лезгинку. У нас в Тюмени тоже может быть этого не принято. Однако никакой агрессии я не вижу. Так что, друзья чеченцы, давайте жить дружно, окей?